Доброго дня, мои дорогие, с вами Юджиния. Добро пожаловать в мир мгновенного преображения. И сегодня я хочу дать вам сеанс исцеления, восстановления зрения, любых патологий зрения, нарушений зрения, любые их формы. Суть сеанса будет состоять немного как коррекция, да, мы будем мыслеформы загружать на информационные поля и выводить в материализацию. И плюс еще сам целительский сеанс, чтобы вы ощущали, что происходит. Будем создавать себе новые глаза, регенерацию глаз, да, то есть использовать астральный план. Итак, вы расслабляетесь, принимаете удобное положение тела, максимум расслабленности и открытости новому. Открытость и расслабление – это ключ. Ключ к любым практикам, да, к успеху в любом деле. Сделайте глубокий вдох. И на выдохе вы выскальзываете из текущего воплощения. Это значит, вас сейчас покидают все заботы, дела, воспоминания о своих близких, о том, что вы делали минуту назад. Минуты назад нет. Прошлого нет. Есть момент только здесь и сейчас. Я прошу мой ментал показать мне информационные поля, отвечающие за зрение. На эти информационные поля мы записываем в виде бело-голубых шаров следующие мыслеформы. Я благодарю весь мой род по всему полю событий за весь мой жизненный опыт, все причины и блокировки зрения идут в анализатор ошибок и в гармонизатор. Авторы деструктивных программ, поставленных на мои органы зрения и на затылочную часть, заберите свои многомерные программы, их коды, корни, следы, метки, верните весь изъятый потенциал и поле событий. Возвращайтесь в свое время и пространство, откуда были взяты. Авторы сканирующих чипов, поставленных в моих глазах, заберите все свое оборудование. Верните весь потенциал и поле событий, возвращайтесь в свое время и пространство, откуда были взяты. Запускаем активацию МДГ структур, мобильно диспергированные гены, которые восстанавливают поврежденные участки ДНК и все наши клетки и проводящие пути сообщения энергетического обмена с целью полного восстановления питания наших органов зрения. Все мышцы восполняют свой аминокислотный ряд, приходят в тонус, я имею в виду глазные мышцы. Стирается модель поведения и мышления нежелания видеть действительность, нежелание видеть результат своих выборов своих мыслей в жизни. Стираются сожаления и самообвинения себя за неправильно принятые решения. Я принимаю себя целиком и полностью. Я принимаю ту действительность, которая сейчас есть. Да, я осознаю, что это результат моих прежних выборов думать и так поступать. Но это опыт, который дан мне для анализа в созидательном порядке. И я переключаюсь теперь на трансформацию через осознание и даю себе команду производить это только в мягкой форме, без необходимости нарушать мое зрение. Я поняла подсказку моего ментала и тела, с чем мне нужно разобраться. В какую ключевую сферу мне запустить свое внимание. Мой ментал вовремя мне дает подсказки воспоминаниями, событиями, персонажами,
в мягкой форме. Стирается модель мышления, поведения «ничего не хочу видеть, ничего не хочу знать». Все фразы «глаза мои тебя не видели», «вовек бы тебя не видела». Здесь еще, дорогие, вспомните, да, может быть, вы что-то встречали, да, весь сброс со средств массовой информации, фармацевтических эгрегоров, медицинских эгрегоров по зрению идет в гармонизатор. Все внутриутробные пробои, направленные на органы зрения затылочную часть, идут в гармонизатор. Все внешнее воздействие, астральные удары также идут в гармонизатор. Все деструктивные программы стираются с клеточного уровня. Я прошу моментал дать мне новую матрицу моих глаз, мышц, глазных мышц, яблок и всех органов, составляющих мои органы зрения, включая прилегающие органы, которые также воздействуют на мое зрение, включая второй шейный позвонок и щитовидку. Новые матрицы щитовидки второго шейного позвонка глаз синхронизируются с моим энергоинформационным каркасом. Старые уничтожаются. Сущности, подсаженные в органы зрения, затылок, второй шейный позвонок и горло, примите помощь в коррекции, уходите к себе домой. Восстанавливаем границу мир-антимир. Вся вербальная магия идет в гармонизатор. Вербальная, на горло. Выяснять через скандалы, выяснять истину, добиваться справедливости. То есть стирается эта модель поведения и мышления. Через скандалы, через астральную войну, через энергетическую борьбу. Я вступаю в резонанс по позитиву. Загружается умение договариваться, слышать, и меня слышат мои персонажи реальности. Внимательно выслушиваем и находим точки соприкосновения, которые нас развивают в созидательном ключе. Вся боль, невысказанность, обиды, страх проявить свое естество, страх проявить свою настоящесть также идут в гармонизатор. Обиды, прошедшие через горло и перенесенные через второй шейный позвонок, стираются с клеточного уровня, идут в гармонизатор, стирается модель поведения и мышления обижаться, стирается модель поведения и мышления не признаваться себе в своих истинных чувствах, закрывать свой конструктивный анализ, по какому поводу я обиделась, и проживать это чувство с целью его высвобождения. Теперь я честно признаюсь себе в своих чувствах, я прекращаю себе лгать. Я честна с собой, потому что люблю себя и уважаю как полноценную часть Абсолюта. Все деструктивные моменты разбалансировки своей связи с мирозданием идут в гармонизатор. А восстанавливается связь Абсолюта через меня с Землей, связь Земли через меня с Абсолютом. Дальше. Да. Восстанавливается эфирное тело щитовидки, второго шейного позвонка и органов зрения. Все отождествления через жалость, перехлёсты, сравнения с другими людьми, с больными по зрению, со слепыми, идут в гармонизатор. Происходит разделение перехлёстов информационных полей со слепыми людьми, со старыми людьми. Стирается модель поведения и мышления, что после 40 лет садится зрение.
Я сама выбираю, в какую картину мира мне верить. Из прежней картины мира забираю всю свою энергию и все свои нити связи с той реальностью, втягиваю в себя и завершаю эту игру, открываю новую. Там, где мое зрение чистое, лучистое, стопроцентное, 200-процентное. 200-процентное – это как снайпера, да, видят. Даю установку моему менталу включать процессы исцеления во время сна, во время глубокой парадоксальной фазы сна. В это время я осознаю, что я перехожу в пустоту, а из пустоты возможно все. И я сейчас даю приказ своему мозгу. Когда я даю приказ своему мозгу, он исполняет свою реальность. Даю приказ своему мозгу, в том числе глубинам своего подсознания, из пустоты создать мне новое зрение, новые глаза, новые свежие глаза со стопроцентным зрением. Эталонной природы без искажений. Все искажения, эмбриональные линии, наследственная программа, все идет в гармонизатор. Восстанавливается, становится лидирующей, доминантной та программа, где в роду было стопроцентное зрение. Программа самоуничтожения при выходе из эгрегора медицины, офтальмологов, слепых, стариков, идет в родовой гармонизатор. Я отключаюсь от всех этих эгрегоров. Происходит взаимная отдача долгов в мягкой форме. В дальнейшем я вступаю в общение через абсолют с этими эгрегорами. Я разрешаю своему высшему я задействовать все зоны мозга и необходимые меридианы, каналы, акупунктурные линии, органы для полного восстановления моего зрения. Происходит восстановление копии матрицы моего зрения на астральном плане. Синхронизируясь с моим истинным зрением, происходит полная регенерация, ремиссия моих глаз. Коррекцию записываю на все виды носителей информации по всей пирамиде многомерности. Мыслеформы наполняем, представляем, что шарики, вот эти бело-голубые шары, наполняются энергией нужного качества, количества и интенсивности. Шарики эти вибрируют, просто представляем, те, кто не видит, мы представляем, шарики вибрируют, тяжелеют, разбухают, становятся объемными и выходят в материализацию, в мир вокруг нас. То есть как бы падая сквозь нас, вокруг нас, растекаясь вперед, назад, вправо, влево, вниз, то есть автоматически захватывая настоящее, прошлое и будущее. И теперь делаем глубокий вдох и на выдохе расслабляемся, растворяемся, исчезаем, внимание на свои глаза. Создаем хаотическое движение молекул и частиц в своих глазах. Как бы смотрим сквозь обычную форму наших глаз. То есть наше визуальное восприятие помнит, что глазное яблоко выглядит так, что должен быть хрусталик, у кого-то есть какие-то минимальные познания о глазах. Но если смотреть сквозь эту форму, то можно увидеть хаотический набор движения атомов и молекул. Это может быть такое серые, да, такие серые пространства темно-серого цвета. В этом ничего страшного нет.
это как раз энергия, которая деструктуризирует, скажем так, старую программу, да, старое состояние и сочетание вот этих вот молекул, да, и по новой матрице соберет новые глаза, новые хрусталики. Наблюдаем за этим хаосом сквозь свои глаза. Что лежит вне формы моих глаз? Вы можете увидеть, как наслоение частиц, наслоение рядов. А в это время на астральном плане абсолютно регенерируются новые глаза. Берем стволовую клетку из близлежащих тканей. Можно из базального слоя, можно из костного мозга, откуда угодно. Происходит полная регенерация. Вы наблюдаете за процессом. Вы наблюдатель. То есть вы игрок, создатель игры и персонаж одновременно. Если вы залипаете в это ощущение, да, сразу вспоминаем. Вижу тело, то есть внимание на все тело и на пространство вокруг тела. Здесь сразу появляется состояние того, кто, наблюдая, сразу формирует новый мир. Отслеживаем ощущения, продолжая регенерацию, восстановление, ремиссию. И даже, если ваше сознание допускает такую возможность, замену хрусталика. Происходит выстраивание правого-левого полушария. Раскрывается диапазон мозга и та сила потенциала мозга, при которой уровень эволюции и развития – это как приоткрывающаяся дверь возможности. Да? Мы находимся на этом эволюционном развитии, но есть наше эволюционное «я», стадия развития, где мы уже представляем свое тело как набор клеток, ДНК, структур, молекулярный набор. И мы можем изменять свои биологические структуры. Мы соединяемся с этим слоем нашего эволюционного «я», соединяя свои молекулярные решетки с решетками этого уровня. Мощный приток потенциальных программ, инструментов. Вы можете увидеть их как маленькие палочки или частички. Поврежденные клетки меняем как файлы в картотеке. Процесс многомерный. Дорогие, процесс многомерный, поэтому у каждого будет разворачиваться свое ощущение, свое знание. Процесс уникален, поэтому мы даем команду и еще допускаем бонусы, то есть мы не обрезаем. Энергия, квантовые потоки и регенерация обладают целостью, мерностью, их нельзя обрезать. Это неограниченная структура, она работает на всех уровнях: микроскопический, молекулярный, квантовый, умозаключительный. Происходит полное очищение, омоложение моих глаз.
Мои глаза новые, нового 18-летнего объема. Пусть мои глаза регенерируют, обновятся и зафиксируются. Дышим в своем собственном ритме, глубокий вдох. Какое приятное ощущение, произвольные потоки. Процессы, которые наш линейный ум не может воспринять, но мы точно знаем, что происходит нечто. Мы доверяем своему, своей сути, своему суть-каналу, да, суть-канал, наше триединство, наше многомерное сознание. Освобождаем себя еще больше от предположений и мыслей. Даю команду телу потреблять, то есть желать, хотеть те продукты, которые, субстанция и количество которых необходимо для помощи укрепления моих глаз. Мои новые, молодые, свежие глаза, какое приятное ощущение, я размещу свое животворящее сознание, которая проходит через каждую мою мысль, каждое мое намерение, каждый мой внутренний взор и взмах дыхания, а размещу в моих новых глазах, мои новые свежие молодые глаза. Ощущаем, как они полностью выстраиваются на астральном плане, эфирном. Ментал мы уже отработали, да, коррекции. И на физическом. Без ожидания я принимаю свой путь. Я принимаю процесс. Когда я принимаю процесс, я здесь. Не существует времени. Есть только мощное восстановление, сверхразумное, сверхмощное, упорядоченное, космическая частица делится и сама определяет, что нужно шунтировать, что восстановить, что заменить, что почистить, что подтянуть, что сделать в тонус. Сверхмощный дальнодействующий разум. И я спокойно принимаю это в себе. Продолжаем наблюдать за процессами. Обязательно заземлитесь через глаза. Какое приятное ощущение. То есть пропустите снизу. Представьте, что снизу наших глаз идут красный поток, вдох. Красная нить проходит, прошивает как бы глаз энергетически, да? Выдох наверх, вдох сверху в лобную долю, ослепительный кристаллический идет вниз через глазки к центру земли. И по позвоночнику также заземление, глубокий вдох в область копчика, красная нить, выдох через макушечку в центр Вселенной. Вдох в макушечку, яркий, ослепительный, восхитительный поток
вашего сияния духа, вашего ядра, вашей животворящести и могущества пронизывает вас через позвоночник вниз на выдохе к самым плазменным недрам земли. Вы можете еще понаблюдать, как работает плазма, клетка, частица, волна. Полежать до того момента, когда вам захочется открыть глаза. Когда открываем глаза, вижу, как есть. Вижу по-новому, вижу чисто. Это должно быть всегда, когда вы просыпаетесь, даже во сне переворачиваетесь. Вижу стопроцентно. Вижу чисто. Сеанс окончен, дорогие. Сеанс принимаем 4 дня подряд. Потом 3 дня перерыв. 4 сеанса через день. Опять 3 дня перерыв. Опять 4 дня подряд. И так продолжаем несколько раз. Потом делаем месяц перерыв. Отдыхаем. И можно повторить курс заново. Обнимаю вас. С вами была Юджиния.